Обычный диск, обычный компьютер. Фильм необычный, один из самых кассовых и ожидаемых в нынешнем году. «Экипаж» в спецпереводе для особенных зрителей. Для диска не нужна какая-то специальная аппаратура, потому что это DVD. То есть его можно включить на любом компьютере, на любом DVD-проигрывателе, плеере. В нем есть тифлокомментарии для плоховидящих. Они слышат, что происходит, да, и слышат диалоги. И также есть субтитры для плохослышащих, которые видят картинку и читают, что говорят герои. В зале около 50 человек, половина приглашенных. Инвалидам в кино добраться проблематично, но те, кто пришел, не пожалели. Ирина Платков свои 49 уже практически забыла, какие они звуки. В детстве женщина прошла курс лечения, из-за которого потеряла слух. Поэтому кинозал для нее уникальная возможность фильм не только увидеть, но и почувствовать. Я не хожу обычно в кинотеатры. Я не понимаю фильмы без субтитров и не успеваю следить за действием и читать по губам. А вот сейчас мне очень понравилось. Совсем не то, что дома смотреть, пусть даже и с субтитрами. Здесь звук вибрации передается, и это дополняет картину. Зинченко оглядывается на Гущина, сидящего с отрешенным и счастливым выражением на лице. Фильм для особенной аудитории адаптировали в фонде «Живые сердца». Уже 2 года при поддержке одного из мобильных операторов России специалисты организации регулярно пополняют спецфильмотеку. Выпускаются фильмы самые разнообразные. Это как классические фильмы, такие как, допустим, «А зори здесь тихие», вот так и новинки современные. Вот. Но в основном это, конечно, патриотические фильмы, которые воспитывают. Вот, это мультики новые. Фильмы выпускаются, наверное, раз в полгода, 6-7 фильмов. Новые фильмы распределяют по регионам страны. Свежая партия пришла и в Благовещенск. Общественные организации получили, в общем, 6 лент, которые будут крутить у себя. Среди них «Призрак» и «Батальон». Наталья Спицына, Андрей Белый, программа «Город».